Даша, ты, оказывается, не такая уж молоденькая, как я думала, да? Тебе уже сколько там, под 40 лет, девочка? А какие там обсуждения ты устраиваешь в Телеграме, ВКонтакте? Ты понимаешь, что ты меня, репутацию мою нарушаешь? Ты размещаешь мои фотографии без моего согласия? Аудиозаписи? Я тебя что, публично оскорбила? Я сделала какие-то замечания публичные в какой-то вот электронной газете, либо на страницах соцсети. Ты что себе позволяешь? А? У тебя будут большие проблемы, девочка. Потому что на один лом всегда найдется другой. Поняла? Я тебе такое устрою на законодательном уровне, что тебе мало места будет с опросом по поводу, что ты там опрашиваешь. Правомерности моих действий? Каких? С лестницы тебя не спустила? Да ты вот зачем тебя с лестницы спускать? Ты ноги сама переломаешь, старушка. Состав преступления она ищет. У себя поищи состав преступления, прочитай законодательную базу. Потом умничать будешь.